даже не знаю, кто это такой. Извини. Ой, не слышала еще. А кто это? Это глава Следственного комитета в городской области. Нет, не слышал. А про покушение на губернатора Кучерова? Тоже ничего. Что, покушались? Не слышал. Что-то я, наверное, плохо прессу читаю. Наверное, потому что занимаюсь наукой. Я работаю в ЛГТУ. Нет, не слышал. Ничего не думал. Это корреспондент радио? А, это который пытался правитель... Ну, то, что он журналист. Мы не читаем эти новости, поэтому ничего не можем сказать. Пожалуйста, что вы думаете по поводу задержания Михаила Мазраева? Вот, я же не в курсе. Да ничего я не думаю. Некогда мне об этом думать. Не-не-не, ничего такого не знаю, не слышала. Я вообще не в этом районе живу, я с тракторного. Не знаю. Я вообще не знаю, кто это такой. Кто это, я не знаю даже. Могу сказать, извините. Ну, слышала краем уха. А в общем-то я в эту проблему не вникала, поэтому ничего не могу сказать. А про покушение на губернатора тоже ничего не... Ну, это вот, которое давно-давно было, да? Где-то там в Латашенке, там где... Да. Ну, тоже как бы вскользь слышала. Конкретно ничего не могу сказать. Вы знаете, тяжело сказать. Он много лет работал. И поэтому, что, может, был не замешан? Мне кажется, он был замешан. Естественно, сидеть на таком месте... По-моему, был в чем-то. Была, наверное, коррупция у него. Ну, это пусть говорят другие, кто его хорошо знает. А я его плохо совсем знаю, его действия плохо знаю. Не могу ничего сказать. Спасибо. Пожалуйста.